Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребята, хочу порекомендовать вам сообщество классного музыкального коллектива Пентис. Пентис – музыкальный коллектив из Дубны, состоящий из трех участников. Они ориентируются на гиперпоп и поп-панк, но экспериментируют и с другими жанрами, создавая свое звучание. Тексты носят ироничный и юмористический характер. Основная цель группы – получать удовольствие от творчества и делиться своими идеями с друзьями и другими ребятами. Пентис – это друзья, создающие музыку и готовы поделиться своей энергией и радостью с аудиторией. Ссылка в описании, друзья. Ребятки, продолжаем. Слушаем Пентис. Ну что, ребятки, голос классный, звонкий, чистый, энергичная музыка, ребятки, танцевать при нее прекрасно. Ну что, ребятки, скажу сразу, музыка бомбическая, ребятки. Так танцевать хочется, ребятки, это классно. Танцуешь, отдыхаешь, ребятки. Можешь гимнастику делать под эту музыку. Танцуй, вот как хочешь танцуй. Просто поднимает настроение. Правильно они сказали, какая у них группа. Голос очень красивый, ребятки. Энергичный, чистый. Молодцы, ребятки. Мне все понравилось. Ребят, продолжайте дальше. У вас классно получается. Я послушала вашу музыку, да, ребятки? Ваш голос. Мне хорошо. Настроение поднимает. Скоро лето, ребятки. Скоро будет волейбол, баскетбол, море, ребятки. Айда, включи наушники. Иди, танцуй, вот, да? Даже может вот на всю громкость включить, да, и мне кажется, все будут танцевать от вашей шикарной музыки. Молодцы, ребятки, молодцы, классно сделали. Ваша вот именно ваша задумка, ваше вот это вот желание, оно у вас, пожалуйста, ребятки, прям все впереди. В яблочко. Да, в яблочко. У вас такие будут просмотры. Да, это могу. У вас такое будет, знаете, бомбическое будет, ребятки. Потому что ваша музыка классная, ребятки. Она не напрягает. Танцуй. Классно сделали. Танцуй. Пожалуйста, ребятки. Молодцы, друзья. С удовольствием послушала, потанцевала, ребятки. Ребят, супер. Продолжайте свое творчество. Мне нравится. Талантливые. Талантливые, ребятки. Молодцы. Молодцы. Ну что, друзья, пока.